Только не забудь сказать, что я друг. Да, вот мы расположились, нашли уютное местечко здесь, недалеко от берега реки. Вот наши дамы, вот мой друг Юра, который специалист, он машет вам ручки, помашите ему в ответ. Он специалист по шашлыкам. Вот мы взяли такой мангальчик, купили здесь за 50 шекелей. Искусственный уголь, искусственное горючее. Рядом стоит в бочке такой, это мусорник. Мы сейчас, Юра будет делать не шашлыки, а вот именно лапки такие куриные на огне приготовит. Надеюсь, что будет очень вкусно. Вот еще раз давайте осмотримся в этом чудесном парке. Вот недалеко от него через дорогу жилая зона. Стоят автомобили. Спокойно, людей немного. Наверное, остальные израильтяне поехали в какие-то более существенные леса, зоопарки. Вот. Ну, мы еще вернемся, я надеюсь, к вам. А пока я отключаюсь.